Австралийский круизный лайнер изменил свой курс в среду 27 мая. Лайнер будет оставаться в открытом море, пока 3 человек с подозрением на вирус H1N1 не протестируют. Власти настаивают на том, чтобы корабль не менял своего маршрута. Но капитан корабля уже сам принял решение. Судно движется на отдаленный остров в 450 километрах от австралийского побережья, который по плану был последней остановкой в недельном турне. Этот же корабль был на карантине в Сиднее ранее в понедельник, когда тесты на свиной грипп 6 пассажиров оказались положительными. Разгораются споры относительно того, как правительство позволило пассажирам спуститься на берег. Власти призвали тех, кто был на корабле в предыдущем круизе, самим уйти на неделю на карантин. Представители Министерства здравоохранения могут решить вопрос о карантине судна только после получения результатов теста.